Что за фигня? Итак, я шевалье Деон. Искусный воин, дипломат и иногда шпион. Дуэль? Как нелепо. Ну да ладно. Я буду судить дуэль. Бой до первой крови. Договорились. Практика не помешает. Победил претендент. Чё ты изи? Я не сдамся. Хватит. Бой окончен. Ерунда. До смерти. Ох, паренек, зря ты это. А ведь если промолчал бы, мог дальше стоять под деревом. Пусть и с поражением, но живой. Гражданин, не мог бы ты вернуть мне веревку? Она где-то здесь, в этом огромном здании. Да, конечно, без вопросов. Ассасин ведь так и переводится. Искать веревку в замке. Вот поэтому на стройке засыпать опасно. Замуровали человека. Да не дрожи ты так, о тебе никто не забыл. Но и доставать тебя оттуда явно никто не торопится. Арно, что с твоими ногами? Да откуда вообще тут взялись самолеты в 18 век? Пошли прочь технологии! Скрытые клинки лучше всех. О, подстриженное дерево. Хочу на него залезть. Ну, молодец, садовник. Так гладко подстричь деревья, это еще суметь надо. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Ну все, аттракцион закончился. Как с вами долго пришлось возиться? Ну-ка, давайте, у одного из вас явно должна быть аптечка. Спасибо, с вами приятно иметь дело. На чем я там остановился? Ага, взаимодействие. Нет, не тут. Не тут. У. А этот паренек явно мог решить исход битвы. Не беспокойтесь, ваша полоска приедет в целости и сохранности. О, агрессивный. Гражданин, благодарим тебя за защиту памяти. Это же его босс. Героя Франции. Господи. Ой, самое время тихонько свалить. Вот черт, как же я мог забыть, что сегодня у Арно в 6 вечера занятия по крышебеганию. Тебе удобно? Конечно, мне удобно. Что за... Ребята, я потерял ассасина. Нашел. Стоп. Ведьма. За Жарвена потока бежим, задание поменялось на защиту. Все, теперь побежали за Жарменом.
Ой, извини, я не специально. Извини, я правда не специально. Я, погоди, ты куда? Да догоним мы твоего Жармена. Или это из-за того, что я тебя толкнул? Арно, привет. Я, ну отошли от нее, она со мной. Спалился. Он в спешке сбежал. Я все равно тебя поймаю. Да я просто мастер скрытности. Все спасайтесь! У нас крадут здание. Давай, куда ты меня в этот раз закинешь? Ох, ё! Походу, я попал в фильм Индиана Джонса. Магия! Что за ересь пошла? Черт! Фрикаделька Гиддон начался! Этому человеку явно нужен фонарь поярче. К черту! Сколько можно ждать Жермена? Черт! Жермена вас предупреждал. Вы один из них, да? Ассасин? Уже нет. Где Жермен? Элиза? Времени мало. Где Жермен? Я ни за что не скажу. Вау! Пишите. Фига ты жесткая. И как ему теперь бутеры хомячить? Вот это я понимаю, раньше были термосы. Опа-на. А мы что тут забыли? Ты очень похожа на Элизу, но ты не Элиза. Элиза умерла в финале. Настоящая говорила на русском. Ты самозванка. И еще и бессмертная. Хотя, может, ты просто косплейщица, хз. Блин, как я умудряюсь так застревать? И быстрого телепорта тоже нету. Но все равно, ты тут навсегда.